Вот так. Нечего мне тут. Ну что, готовы? Готов. Отряд? Всегда готов. Я тоже готов. Ох, не нравится мне все это. Все готовы. Открывай. Ладушки, поехали! Вперед! Удачи вам, хлопцы! Ну что, дорогой, пошли? Ну, двинули? Пойдем. Приехали. Кнопку нажать надо, да? Кнопку нажать надо, да? Аномалия тут. Посмотрим сейчас, где здесь не больно бьет. Эй, смотри, дорогой, здесь пролезть можно. С хорошими друзьями и под землей хорошо. Похоже, в лоб не пройдем. Ладно, нормальные герои всегда идут в обход. Давай, брат,
Жми эту кнопку. Что-то не нравится мне здесь. Да, а задвигали нам, ой, задвигали. Авиация, работа почетная и непыльная. Ха! Ноги! Так, без паники! Огонь! Здесь явно не курорт. Ну и местечко. Слушай, красиво, да? Зря мы вообще сюда полезли. Странно. Все здесь странно.
наверное, я когда-то был здесь. Не помню. Барда! У нас бы на базе за такое... Питание ворот отключено. Ха-ха! Электричество кончилось! Смахивает на трансформатор. Интересно, все линии включены? Если наверх полезешь, возле рубильников осторожней. Спина к спине, быстро! Девочка, ёшкин кот. Еще аномалия. Пойдем ее смотреть.
Нет, слушай, здесь только один раз пройти можно. Второй раз мертвый будешь. Вано нашел дорогу! Ну, тропинку Вано нашел. Эй, смотри, тут открыто все. Вернусь домой, да и выкину из головы это место. К чертовой бабушке. Давай, брат, за тылы не беспокойся.
Ну что, двинули? Выберемся, поговорим. Давай, брат, жми эту кнопку. Слушай, не до общения сейчас. Какое-то чувство нехорошее. Вот вернусь домой, да и выкину из головы это место. К чертовой бабушке.
Оружие на землю! Быстро! Не стреляйте! Я лейтенант Соколов, СКАТ-4, второй пилот! Следую на точку Б-28! У меня есть информация для Ковальского. Проведите меня к нему. Ты знаешь Ковальского? Ты кто такой? Зачем тебе полковник? Майор Дегтярев, СБУ. Прибыл для расследования провала операции «Фарватер». Сталкеры помогли добраться до Припяти. СБУ? Какого хрена? Так и знал, что тут не все так просто. Да, дружная компания. А вы думали, просто так здесь ходим, да? Зачем сразу ствол, дорогой? Не видишь, что ли? Мы свои. Мы с товарищем, мы через все прошли. Долгая дорога была. Хорошо, следуйте за мной. Без меня. У меня с военными дел нет. И с СБУ тоже. Ты! Стоять! Оставь, капитан. Пусть идет. Ладно, хрен с ним. Следуйте за мной. Мне все равно, кто на кого работает. Рассказали. Поймали, значит, старого сталкера и допрашивают. Люди говорят, у вас автомат есть. Брешут люди. Люди говорят, у вас пулемет есть. Брешут люди. Люди говорят, у вас танки. А вот чего нет, того нет. Анекдот цивильный. Пришел вертолетик на медкомиссию. Ну, раздели его, осматривают. Потом начали расспрашивать, а он, значит, отвечает. Рост 190, вес 102, километрия, но это чувство фигня. Но выдуваешься сколько? То ли 3-2? Странно, маловато что-то. Да и как остановить на 4? Тут выгодное. 4 только по праздникам. Аномалия.